Друг, привет! Пожалуйста, подпишись на канал. Просто нажми на кнопку подписаться. Пожалуйста, оцени мой труд. Ставь лайк на это видео. Кстати, я буду очень рад. Я думаю, ты поставил лайк и нажал кнопку подписаться. В описании под видео есть WhatsApp видеоуроки. Не знаю, в WhatsApp есть взлом или нет, но все же. Если вы хотите обезопасить свой аккаунт, нажимаем на три точку. Заходим в настройки. После вот этого вот нажимаем сюда. Это двухшаговая проверка. Это чтобы обезопасить дополнительный уровень безопасности, активирует двухшаговую проверку, которую да. После, например, кто-нибудь зайдет под вашим, опять же, взлом здесь нереально, потому что номер-то у вас. Тогда еще будет пин-код спрашивать. Нажимаем включить. Так, я включил пин-код не только 4 цифр, а там еще, кажется, 5 или 6. Ну, в общем, я быстро-быстро сделал, так как я боялся. Я первый раз такой в жизни делал. И, кстати, еще дополнительно можно электронную почту добавить. Я это тоже добавил, нажимаю «Готово» и все. Кстати, можно отключить, изменить электронную почту, как я ранее говорил. Можно пин-код тоже так отключить и все.